Представители всех традиционных религий собрались на круглом столе, посвященном партнерским отношениям в решении социальных проблем России в Санкт-Петербургском доме национальностей. В одном зале вместе сидели чиновники, христиане разных конфессий, мусульмане, иудеи и буддисты. Каждый из них поделился своим опытом реализации успешных социальных проектов. Мы работаем в тесном сотрудничестве с различными конфессиями. В различных наших проектах партнеры у нас как православные, так и лютеранские, различные. Допустим, если брать проект помощи ВИЧ-инфицированным, то в проекте «Каритас Петербурга» работают прихожане православных приходов. Мы еще работаем с государством. И помощь от государства год от года все больше и больше, и это очень радует. Санкт-Петербург отличается тесным межконфессиональным сотрудничеством и особой веротерпимой атмосферой. Так было с момента основания северной столицы России. Так продолжается и по сей день. Thank you.